Ну что ж, здравствуйте, ребята, очередная серия Red Dead Redemption 2. И это наша черноголовка, он же Мамба, он же наш конь. Значит, а сегодня предыдущая серия была крайне интересная, нагнетает, очень жестко нагнетает, прям от души сюжет. Потому что я так думаю, что сейчас будут какие-то самые огромные ограбления, бабло и все остальное. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ссылочка на плейлист, как всегда, найдете внизу в описании. Либо просто введите плейлист на основном канале, канале HardPlay. Это HardPlay 2.0, тоже на него подписывайтесь. Спасибо, кто подписывается, ставит колокольчик. Обязательно захерачивайте колокольчик. Кстати, ребят, напоминаю всем, кто хочет смотреть стримы в первую очередь на ВК Play Live, у меня они, в общем-то, проходят. Так что располагайтесь, будь как дома. И всем-всем-всем буду очень-очень-очень рад. Да, спасибо. Ну, обязательно колокольчик, потому что YouTube работает через страку. За колокольчик отдельный респект. Что случилось? Hello, Mary Beth. Здорово, Мэри Бет. Как поживаешь, Артур? Неплохо, а ты? Я в порядке, я думаю. Это было целое приключение, но мы все еще живы. So, no. Значит, ты не жалеешь? Не жалею о чем? Well, о том, что вступила в этот отряд безумцев. Если у девушки нет средств к существованию, жить очень страшно. Вы, парни, обо мне позаботились. Прежде до меня никому не было никакого дела. Жилось мне тяжело, Артур. С тех пор, как мама умерла от тифа. А было это давно. Что насчет тебя? Я слышал, ты встретил эту девушку, Мэри. Yep. Да. And? И заставило меня задуматься, как мы разошлись. Еще тогда. What happened? Почему вы разошлись? Well, she didn't love me enough, I guess. Она недостаточно сильно меня любила. Я не хотел менять. Значит, она была дурой. Большую часть своих юных лет она потратила на бандита. Разумеется, она дура. Life seems so simple, but в этих книгах жизнь не так проста, на самом деле. Ничего мне не понятно. Мистер Морган, мистер Морган, у нас проблема. Большая проблема. Тилли, что? Ее увели. Братья Форманы. Что они тут делают? Я не знаю, короче, у нас увели из табора одну девицу. Мы, говорит, вдвоем управимся. Куда мы направляемся? Расскажу по пути. Просто езжай вперед. Так, у нас только два писта, да? Они сама ли она с ними ушла? Я вот думаю. Почему ее сразу похитили? Может, она сама ушла? Надо срезать. Young Tilly Jackson isn't as sweet and innocent as you might think. Нормально. Подрезали. She was defending herself. She fled. Fell with us right after that. Не шути, а стой, 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 ты еще, родной. Не дури. Что там? Говорит, с ее головы упадет хоть один волос. Ты их очко отправится в зрительный зал. I think there's a guard. I'll deal with him. What do you want? Can... Sir, we're lost. Добрый день, сэр. Мы заблудились, и нам нужна помощь. Я по вашему лицу вижу, что вы при должном поощрении. Такой джентльмен, как вы, проявит больше, великая душа. Нет, проваливайте. Вы же не всерьез. Всем создать, ёб твою мать! Mm-hmm.
Ну, красиво получилось. Может быть, даже клип кто-то сделает. Ну. Здорово, братик. Как хорошо, что ты промазал. Он не то, чтобы промазал, он прям вообще промазал. Я думал, они, я... Нормально. Нет, все-таки похитили. Thank you, both of you. What happened? It was Anthony Foreman. He thinks he owns me. I remember. Where is he? He went out hunting or something. Говорит, ушел на охоту, говорит, а то он все затеял. Well, ну, сейчас, говорит, одну секундочку. There they are. Come on. О, говорит, а вот. Grab that gun. Anyone approaches, shoot them. Oh, don't worry, I'll be just fine. Now catch that bastard. Поехали. Походим! Ха-ха-ха! Hold on. Get after them. Давай, мать! Давай, Игва! Мать, ну давай, ёлки-палки! Попал уже раз в него! Давай, я помогу тебе! Зайц, беги! А папа поможет. Ты выжил? Как ты, братик? Ой. Его, по-моему, не надо было убивать. Я просто диалоги. Как можно диалоги читать и контрить? Типа, этот. Его надо, короче, живьем взять. Я понял. Ладно, окей. Типа, ну такое. Я же не могу и диалоги, и то, и там, и тут, и здесь, и везде. Не убивай его, говорит, пока что. Now make sure you time up real good. Go on, truss him up. What are you waiting for? Roping me like a damn steer. Oh shit! Quick, get after him. Until he can't speak to him if he's dead, Arthur. Why ему не хватает что? Make these nice and tight. All right. You bring that bastard back to Tilly, so we can Бутылка all have неизбежна. A nice little chat. Поехали, братик. Сейчас кайфанешь. I'll take his horse. Поехали. You have the first idea what you're getting into. Что он сказал? I'm Anthony Foreman. Well, thanks for the introduction, Anthony. Что он сказал? Ты знаешь, с кем связался? Почему тело разговаривает? Почему я не понимаю, почему еще разговор идет с этой? Веревка, говорит, впивается в тело. Почему он еще разговаривает? Мать твою. Девочки, несите бутылку из-под Эля. Иди сюда. Обосрался весь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Зараза. Он еще жив? Ну как сказать? Видишь эту девочку? Оставь ее в покое. Она убила моего кузена. Твой кузен, черт бы его побрал, сам виноват. Мне плевать, пусть она твою папашу хоть, говорит, завалила, а мамашу твою зажарила, она моя, не твоя. Месть вообще, говорит, забава для дураков. Итак.
Хочешь, чтобы всех твоих ребят поубивали? У нее были на то причины. Мы были семьей Тилли. Мне такая, говорит, семья нахер не нужна. Убей его, Артур. Вы этого хотите? Я хочу, чтобы он убрался во своясе и стал своим типа, кузеном и тем клоуном, чтобы ко мне больше не лезли. Это по силам, Энтони? Или мне, говорит, просто тебя вальнуть? Избавить всех от лишних хлопот. Это все в прошлом. История не окончена. Это твой call, Артур. Но я бы слит его throat. Go on. Finish the bastard off. You know my choice. All right, you. Let's get you home. Now get out of here. Не дай бог, он еще раз нарисуется. Not again. Не понимаю, почему у меня лошадь долматинец? Какого... Работает. Почему у меня лошадь стала далматинцем? Как? Что, зачем и почему? А? Не слышу. А, здесь конюшни нет, да? Угу. Конюшенки у нас нету. Я бы вот сюда щеманул. Вообще, мы можем даже не щемиться. Вообще, вы знаете, мы можем сделать немножко по-другому. Облиняло, не говори. К зиме. Как вы? Вы поняли. Так, ну-ка, тормозни-ка. Мы же от города от этого отъехали, да? Если быть совсем откровенным, мне бы немножко травы пособирать, потому что ну такое себе. Интересно, почему я лагерь разбить не могу. Вы заметили эту тему? А я его не могу разбить. А почему? Все, кто? Бади. Плюс крепи дали. Что я плохого сделал? Ну, обобрал я его немножко. Так. Так, нам надо реку эту переплыть. Знаете, какой вопрос? А почему, допустим, на лошади нельзя просто вот реку переплывать. Кажется, я понял, почему не надо на лошади реку переплывать. Лошадь, а мне ее дали эту. Просто по ходу движения. Не знаю, как это работает. А там, да, крокодил Гена. Да не, я верю, ребят, я верю в чуть. Я нахер. Ни во что не верю, вы.
Змеи, крокодилы! Пожалуйста, беги, родная. Ёб твою мать, ты чего? Эй! Здравствуйте. Ну крокодил, и ладно, чё ты? Что? Что? Ну крокодил, ну чё ты начинаешь-то? Ну и крокодил, и ладно. Крокодил ни разу не видела. Видел там змея, крокодил, там все, что только можно вообще. 8 в 1. Я паровоз. Сейчас ты там пошипишь. Покойся, пожалуйста. Какое-то место вообще, оно мне не нравится. Я паровоз. Я вот, знаете, на секунду подумал о чем. А вот если навстречу вот так поедет паровоз, то что делать? Что, я идентифицирую себя паровозом? Ну, сейчас это модно. Что? А я там посрал рад. Good day. Надо. Hey, do I know you? Я вас знаю. Мистер... Мистер... I believe we've met. Ну, встречались, неужели? Эвелин Миллер. Unfortunately so, мистер... Arthur Morgan. Артур Морган. Sometimes. Иногда меня зовут так. Rude? Sure. Это те индейцы, помните? Мэр считает, что вы его ограбили. To be clear, сказать по правде, это не слишком огорчает. Вы ему даже нравитесь. Okay. Вот так. You, а вы... Well, I mean to say, я хотел спросить, вы умеете воровать? Каким образом вы меня, типа, просите очернить себя? Прошу прощения, вы знакомы? Это великий вождь Падающий Дождь, Голден Рейн и Парящий Орел. Мы видели вас на караване, когда вы пересекали реку, и на приеме вы были наверху. You have great powers of observation. Вам не откажешь. My people, if да, мой народ. Если его еще можно считать народом. В общем, мы отчаянно сражались. Заключили соглашение о мире. И эти соглашения были нарушены. Нас изгоняли и наказывали. Наказывали и изгоняли. Сомневаюсь. А теперь мне говорят, что мы снова должны уйти. Это полностью противоречит мирному соглашению, заключенному 3 года назад. Это приведет к войне. Нет, сын мой. Мы не можем позволить себе новую войну. Мы become far weaker, Mr. Morgan. It's a bad business. Дурное дело. Это связано с нефтью. I know it is. Я в этом уверен, но нужны доказательства. I believe there were some prospectors назад на их месте попробовали побывали изыскатели. Who have filed reports они передали отчёт о своих исследованиях, о своих исследованиях. Господи, как же это все быстро читать надо, а? Короче, я буду говорить в целом, что здесь происходит. Obviously they can't, and even more obviously I would be useless. Listen, I realize that it is a ridiculous request, but we're very desperate. Now, I'm not a do-gooder, Mr. Miller. Gentlemen, I'm very sorry for your predicament, but. Он говорит, короче, надо выкрасть отчеты, чтобы доказать, что типа этот, мы щедро вам заплатим. How much? I told you, they're all mercenaries. There's a price on my head in 2 states, my friend. Два штата назначили, говорит, награду за мою голову. Like you, I've been running for as long as I can remember. And like you, my time here is now done. Мое время, как и ваше, почти на исходе. We understand, and we will pay. Сколько? Thank you.
You meet my son in a couple of days near Citadel Rock, just west of the oil fields. Okay. We are very grateful for your help. Gentlemen, that appointment with the senator. We should head over there. It's a waste of our time. And his... We must try everything. Короче, они пытаются любыми путями договориться. Hello, Mr. Miller. The counselor wants to apologize. He can see you now. We've been waiting I don't know how long. Or next month, if you'd like to reschedule. Come. Perhaps the senator won't mind waiting. Ну, окей. Yep. Через пару дней, хорошо. Ну а пока мы вот сюда. Блэк Джек здесь неинтересно. Я в Блэк не играю. Excuse me, sir. Can I bother you for a minute of your time? Can I tell you a little about what we're doing here? Sure. Less than a minute, I promise. We're trying to raise money to build an expansion to the Quincy Harris Memorial Hall. Да, всем похер. A shelter for homeless veterans. На что ты собираешь деньги? Давай, да. Я у самого их нет. Ну что, не видите здесь для лошадей место? Ёб твою мать, стоят здесь. Или не для лошадей? Да нормально, солнышко, ну почти зашли. Плюс-минус. А, вот он, где мой мальчик. Да, это, типа, я. Надо, говорит, тебя принарядить. Нельзя же играть в карты на типа, таком крутом пароходе в таком виде. Надо слиться с толпой. Никто не понял, что ты грабитель. Ну, логично, да, наверное, соглашусь. Так, ему нужен новый костюм. It was the English's fault his grandfather had to emigrate. A bitter and jealous people. Городской костюм. You can see the aristocrat in his profile. The heavy brow from all the inbreeding. Might I suggest the fine three-piece town suit, sir? Perfect for the occasion, I'd say. Мать моя женщина. A very good choice, sir. Ля ты, Артур, прям. Come on, let's get you to the bar. Ля, ля. Tonight, gentlemen. А что это за фраер? А что это за кин? Genius, actually. What is? The action he has planned. Indeed, it's not much of an action at all. План банан, короче, говорит, уже разработан. And you're going to bet very big and flamboyantly. Будешь делать большие ставки, вести себя типа по-крупному. Ты решать, что ты недавно разбогател, но добыча нефти, все, приехал, чтобы выпить и повеселиться. В это время Герр Штраус будет подавать тебе сигналы. Когда ты обыграешь заведение подчистую, они поведут тебя наверх, чтобы расплатиться. И вот тогда появится Хавьер, и вы заберете все, что вам нужно. Твоим они не заметят, что в хранилище вместе со мной зашел вооруженный мексиканец? Возможно, заметит, а может и нет. Ты все поймешь. План говно, я брезгую. Ну, на самом деле, да, вроде как даже и не смотрится это плохим чем-то. All of us. И типа скоро, говорит, сам все отсюда уйдем. I hope so. Come on. Блин, вот только не говори, что надо стричься, а. Вот только не делай этого. Could you smarten up my dear hick friend here? Притронешься к бороде, я тебе руки просто отхренячу. This unlikely fellow has made himself a fortune in the oil fields. And learned himself not a lick of manners or gentlemanly deportment.
Well, very good, sir. No, it's not good. Not good at all. Not if they're gonna let him play big at the tables tonight. Я того. Make him look like a prince, sir. Можно просто вот. Кстати, можно вот так вот чуть-чуть сделать. Чуть-чуть длину подбрать. А стрижка. Чуть-чуть я хотел подобрать. Чуть-чуть. Мать моя женщина! Это ж... Это кто так? I've arranged some transportation for us. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну это лайк 100%. To the Grand Corrigan, please. Grand Corrigan, sir. Просто вообще, ой. Well, как ваш покорный стример. From Toad, the Prince. This is a bit much, ain't it? The coach? We can't pony up there on horses. Типа, говорит, мы не можем приехать верхом, мы все-таки богатые. То есть они создают образ, типа это. Ведь нефтяной магнат, хотя денег куры не клюют. Puff your chest out. Get outside yourself. Выпрями грудь, задери нос. Saint Ham. So, who's a Mark? Is he all right, by the way, the driver? Oh, yes. Говорит, можно доверять? George and I go way back. Он говорит, с Джорджем старые приятели. It's a man called Desmond Blight. Зовут его Дезмонд Блайт, кого мы будем грабить. Не лишь ли он заработал состояние на чулках? Likes to play fast and always keep some. Любит играть по крупному, но всегда держит запас денег в сейфе наверху. Сейф наверху. Ну так что, если Штраус будет сидеть за ним, так он узнает типа карты. А он и не узнает, но дилер совсем недавно стал моим добрым другом. Говорит, все кузнецы своего счастья. Что может пойти не так? И в самом деле. Ага. И какие деньги я буду играть? Все улажено, фишки будут ждать тебя. Come on. Okay. Arthur, leave any weaponry here. There are searches when we get. Ты оружие оставь здесь. George, we'll collect these from you later. Very good, sir. Thank you, George. Good luck, sir. Now remember what I said, Arthur. Everyone is the author of his own fortune. Запомни, что я сказал, Артур. Каждый кузнец своего счастья. Yes, believe me, I heard every word. Watch Strauss. Listen to the dealer. And this should be a very. Слушай дилера, и тогда этой ночью тебе сильно повезет. Джентльмены, я счастлив видеть вас. Шампанское за счет старины Артура. Ты так одет? Come on, come on, let's head aboard. Drinks on Arthur. Champagne. I'm afraid we require all patrons to hand over their guns. Just leave them with всех, я не пойму. The tables await. I'll go find myself a change of clothes. Okay. You seem unsure. Robbing a heavily armed riverboat. Да, я без пушки иду грабить пароход, где полно типа людей. Меня, говорит, немножечко напрягаюсь. Эти люди идиоты. Это же простое дело. Поехали. Сейчас пойдет отжим. Сюда. Можно сразу all-in. Штраус знает, у кого какая рука будет во время игры в покер, следите за его инструкциями.
Good evening, gentlemen. Здравствуйте, Arthur джентльмены. Артур. Артур, извините за опоздание. Десмонд Блайт. Evening. Not to worry. Welcome to the game, Mr. Добро пожаловать за наш стол. Okay, gentlemen. Итак, джентльмены, начнем игру. Лас-Вегас. Последнее время за этим слайм было слишком много трусов. $50. Сбрасывать карты. Desmond Blythe, the hosiery king. Так, внимательно смотрим за ним. Not my preferred title, but yes, you should have. $50 играют, это типа много, у меня 3000 в кармане, чисто моих. 7-10 дама. Okay, sorry, boys, I'm taking it all. We'll see about that. Пошли олыны. Here we go, then. Они же кончены. Hello, my ladies. Сумасшедшие. Mr. Blythe wins with three queens. Мистер Блайт побеждает. Goodbye, gentlemen. До свидания, джентльмены. It's just you and me now, friend. Yes, it is. Time to see if you're really the man you seem to think you are. Likewise, Mr. Blythe. So, what business are you in, чем вы занимаетесь? I'm an oil man. Я грешник, занимаюсь нефтью. I haven't heard of you. Oh, you will. You know, две дамы. I thought about getting into hosiery, but I just look better in a suit. I would stick to oil, Mr. Callahan. I don't think you have a future on the stage. You sound just like my wife. Что Штраус говорит? Your action, Mr. Callahan. Он ничего не говорит. Ну? Штраус? Эу? I hope you ain't so hesitant in business, Mr. Callahan. Наверное, кол. Sorry to do this to you, but I have no choice. Ва-бан. Он ничего не говорит. Может быть, он кивнет. Are you in or not? Твою мать, я не понимаю, что он говорит. Sometime before 1900 would be nice. I'm gonna call. Interesting. They're cowgirls. Вроде кивает, да. Мне тоже показалось. Shit! Shit! I guess my luck held. Is that you done? Done. Bust. Вы проиграли? Right. Или у вас еще что-то есть? Meaning... В смысле? Well, I heard... Но я слышал, на проходе есть крупные игроки. Maybe that's not you. Наверняка это не вы, не обижайтесь. Вернитесь на место, деревенский выскочка. Why? Зачем? I got a watch. У меня есть часы. Look at you. Ну надо же. An expensive дорогие. One. Real fine. Искуснейшие работы, швейцарские. A Reutlinger, no less. It's in the safe. Они наверху upstairs. В сейфе. It's worth more than you. Не стоит okay. Больше, чем вы целиком. Now play as you wish. Давай. Значит так, ребятки, у нас здесь произошел небольшой конфуз. Конфуз, да, это когда ребенок родился и на сосед похож. Но не об этом. Значит, у нас крашнулась вот здесь вот игра. Мы перепрошли заново весь процесс, потому что все скипнулось. Какая-то обнова вышла, еще что-то. Ну, все как всегда, все как мы любим. Но я не заныл. Перепрошли, подрезали кусочек, сделали усы, как у Халк Хогана нашему Артуру. Оцените. За усы прям просто палец вверх. Я говорю, вот скоро я 10 тысяч лайков будет на серии, я себе тоже усы такие захерачу. Не на этой серии, на другой. Да, так что как-то так. Всем приятного просмотра, продолжаем. Так, внимание.
I was fortunate enough to tour a little operation heads up in New Hanover. Два короля. Внимание. На часы играем. И на его очку. All in. All in, Mr. Callahan. Don't worry, sir. Everyone is the author of his own good fortune. Иди ва-банк. Well, ва-банк. Nothing ventured, nothing gained. Каждый кузнец своего счастья. Ключевая фраза. Да усы, да усы, носи усы. $1000 на кону. Привет. Ой-ой-ой. Yes, you little beauty. Hard lines, Mr. Blind. Mr. Callahan wins with an ace high diamond flush. С бубновым флешем. Damn you! Да будьте вы прокляты! No offense. Не обижайтесь. Я не обижаюсь, вы отлично играли, сэр. Unlucky Desmond. Desmond, тебе не повезло, и так? Не сочтите за дерзость, но... Где лежат эти часы? It's upstairs. Они наверху. Shall we go Хотите взглянуть на них? Why not? Почему бы и нет? Gentlemen, please, cash these out for me. Обменяйте, говорит, куда-то на деньги. Good. Sure. Проводите нас в кабинет. Yes, of course, sir. Thank you. Сэр, follow заметьте, me, сэр. Не эй ты, деревенщин. You're having quite the night. Ты чё, пёс? Yeah, so far. I cannot believe не эй ты, деревенщина, а сэр. We live in strange times. Personally, I wouldn't trust one with a gun, but fear not. I've got my own little lawgiver right here. Very good. Next, we'll be hiring negroes. Yeah, I know. I know. Осуждаю. Они наши друзья, не надо гнать. Like this watch, sir. I saw it earlier, and it really is a handsome piece. Foreign made, but you can't have everything. Ни хрена себе, там как старцу фураж, что ли, поднимаюсь. Well, here we are. Вот мы и пришли. Just give me one second, одну секунду. Of course, take your time. Хрена себе, там погребок. Сюда. Опа. Вопросы. Take his gun, Arthur. Толкнул на лестнице. Щенок. Где тут говорите мои часы-то? Промеж врагов просто сразу. Быстрее собирай, пожалуйста. Сколько там бабла? Валим отсюда. Говорит, выберемся, если повезет. Там стреляли, да. Как нам выбраться отсюда? Даже не знаю, вот что бывает, когда поручаешь планирование Трелоне. Я прям с корабля бы прыгнул просто и все. Надежнее. Красивая форма, кстати. Maybe we could still blend into the crowd when it all goes crazy. Which it surely will. Надо, говорит, слиться с толпой, а то поднимется переполох. I hope you had fun, sir. At the time of my life. You boys sure know how to put on a show. Умеете устроить шоу. It's wonderful. Ah, look, there's your friend. Friend is not a no good cheat, and I beg you to take back the insinuation. Пора валить отсюда, пожалуйста, хватит. There he is. Ребята, вот он. Don't be a sore loser. Друг, нужно уметь проигрывать. I don't like about the pair of you. Что-то мне вас двоих не нравится. Мне вас тоже много что не нравится, но я человек воспитанный, поэтому держу рот на замке. Ёб твою мать! Что? Да ну не на корабле!
кого? Да ну нет, ну нет. Чего? Парни, ну нет, ну, ну почему все опять так? Почему все так? Все как обычно, все. О боже. Это же нельзя так, братцы, нельзя так. Это мне подсказывает, что мне надо ребят придерживаться. Вот, вот это вот, вот надо было сразу так. Мы в дерьме. Зато с часами и с бабками. А деньги высушить можно. Опять, опять, опять везде отличились. Ну что такое? Ну я усы, я в костюм купил. Скучно, говорит, тут точно не будет. Сколько мы взяли? А несколько сотен на каждого. Сотен? А, стоп, на каждого. И вот эти, говорит, часы, они стоят кучу денег, швейцарские. Неплохие часики. Yes, it's a Reutlinger, all right. Reutlinger. Give it back then. Дай, говорит, сюда их. Надо еще, родной. Я за эти часы там чуть пулю промеж рогов не получил. Сюда, часы, сюда. Домой. Часы, дай, говорит, я посмотрю, да. Да, 54 другого ушина. Сейчас самое главное теперь... Отсюда сваливать как можно быстрее, потому что до добра... 6000, ёб твою мать, косарь! 825, моя только доля! Кого? Мои хорошие, живем. Просто сюда. Мэри хочет поговорить с вами. Я не хочу. Да усы, на синесы. Если не идут усы, вам поможет борода. Носи усы, носи усы, носи усы, носи усы, на синесы. Что? Нормально. Слушайте, у нас, кстати, почти 4000 долларов, так-то, если чё. И еще, да, еще скупщик. Кстати, я вот сюда нужно забежать. Лошадь без жрачки, она отъедет. И это нихера не шутки. Ну что? Ну что это такое? Сука, за что ты там зацепилась? Сука, ну на ровном месте. Черныш, извини меня. Мой хороший, за что ты зацепился? Даже следа нету. Ё-моё. Купи лошадь, я к этой привык. Ты чуть не выпилился, ну как так, а? Иван, Артёму закидывай инфу и погнали. На колбасу? Нет, она хорошая. Да ну пойдем, ну пойдем, ну. Ну пойдем, ну там такие эти интересные, ну. Что-то надо и пожрать, и мне купить на самом деле. Ну давай, 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 давай. Так. А вот теперь внимание. Покупка лошадей. Да усы на синесы. Ой, какая красивая. Ой-о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 й.
Look after your horse good. Be damn sure it'll look after you. Ну давайте, ладно. Давайте. Можем себе позволить, чё ж мы? Живем один раз. Живем один раз, ребята. Ай, ты мой хороший. Господи. Что? Что, нормальная кличка для лошади? Что не так? Чё, что это за стереотипное мышление? Товары для лошади, вот. Вот. Я бы, знаете, как сделал? Я бы... прям вот так вот бы прошелся. И знаете, желательно вообще как бы даже два раза вот, вообще вот так вот. Прям чтобы, знаете, вот у лошадки вообще все было. Она только захочет и не только захочет. Сбруя. Ну, седла, они ничего, ребят, не дают. Ничего не дают. Ничего вообще. Я не увидел, чтобы они что-то давали. Чисто это, знаешь, вот... Вот, ну, наконец. Что он сказал? Не поможете человеку? Не, я человеку рад помочь, но... пока что лишних нет денег. Нифига, она резвая. Маленькая лошадка, но она шустрая. Она даже не прокачанная. Сейчас я ее приручу. Фига, она тут втопила. Ты чё, родная? Чё по скорости? Ни хрена она дубасит. Мне кажется, она такая же, как и белая, арабская, да? Прям очень на это похоже. Пойдем срежем. Неожиданно. Пойдем, не бойся. Да нет здесь никого, кожаных нет, не бойся. Или есть. Найс ускорение. Все. Нормально. Не бойся, тут никого тут не будет никогда. Ну что ты, ну ты крокодилов, что ли, ни разу не видела? Нормально. Сейчас я серию допишу. Да, сейчас, ладно. Стой. Опа. Да. А тут целая поляна. Пусть за жопу. Не-не-не-не, здесь нормально, мы. Все нормально, все под пожилым контролем. Очень красивая лошадка. Маленькая, но очень красивая. Ты моя хорошая. Не очень он мне нравится. Ха!
как собака большая, да? Эй, ты мой хороший. Знаете, вкусненького, да. Как я так быстро к животным привыкаю? Даже в игре. Ну как это работает, а? Okay, take it easy. Так. Как дела, мисс Садлер? А ты как? Всадники апокалипсиса. Ну, с тех пор, как я присоединилась к вам. Теперь вы значим, значит, вращаетесь в высшем свете. Боже, правильно. Да, похоже на то. Думаю, я никогда не вернусь в высший свет. Только что я видел Билла на вечеринке в доме мэра Сен-Дени. Если он смог... Yeah, I think so. You know so, Arthur Morgan. Come on, we need to talk. Короче, там что-то прям быстрые диалоги. Он говорит, пойдем, короче, надо поговорить. My lord. Дач, когда ты меня, говорит, возьмешь с собой на настоящее дело? If you were more like her, there wouldn't be much of a world left. Yes, perhaps. Now, the trolley bus station. Кишинкей, да. Приму. Сейчас пока, не сегодня. I took a look at it. Или сегодня посмотрим. I think we can hit it. Будь в Дискорде. I ain't never robbed in a city before. Well, you leave the planning to me. You'll ride with me. Поедешь со мной, как всегда. Is it just you and me? No, we'll need one more. Я думаю, нам нужен третий. I say, Lenny. Предлагаю Лени. Не Мику. Well, that depends, if you want. Ну, смотря, что тебе нужно, кровь или деньги. No, I wish there was something I could do. Мне бы хотелось сделать так, чтобы вы поладили между собой. Well, that's easy. Но это просто. Заставь его измениться. Очень смешно. What is that? It's Jared! What the hell have they done to me? Look, there, the tree line. Everybody take cover! The Driscoll boys are coming! Вы чё, псы? Вы чё, парни, реально путанули, что ли? Ну ограбили мы немножко корабль, чё началось-то? Артур говорит, давай. А Дрискол? Уходи, 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 уходи. Психологическая атака. Бля, пацаны, я что-то нихера вас тут. Я пошутил, пошутил, пошутил. Все, 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 все. Я думал, они убегут. Я думал, они очканут, убегут. А нет, не побежали. Ну прикинь, на твоих глазах залетает чел какой-то в этот... самый лагерь и начинает такую дичь творить, это же просто забейте. Так, кто там? Ну давайте. Так. Ну немножко мы взяли себе, ну что ты начинаешь? Ты дурак что ли? Немножко мы залутали, ну тысячу всего взяли. Ну что вы начинаете? Ну часики там. Часики, да, немножко дорогие, согласен. Часами лишнее было, пацаны.
висок, прикинь. Офигеть. В висок дали. Не очень приятно. Чё, не прямо угораешь? Пацаны, а мы точно всех людей ограбили? Есть у меня какой-то парни стойкое ощущение, что, по-моему, не тех грабанули. Да я вообще не понял, показывает вроде сюда бежать. Динамит бы пригодился, да у меня ничего вообще нету. У меня ни лука, ни динамита, ни молика. Так, сейчас, погодите. Два, три. Кому угораете, что ли? Да ну нафиг. Чё, парни, что-то здесь прям... Тут армия целая пришла. Главное, за что? Ну за что? Встаньте окон. Ну, кстати, да. Охренеть. Офигеть, вы чё здесь? Я не пойму нас. I said, is everyone accounted for? I don't know. I think. Вы чё нас так обложили-то жестко? Офигеть. That's Mrs. Adler. She's still out there. Cover me, okay? Надо спасти. Нихера ты! Мать, ты вообще что ли сумасшедшая? Нормально у вас все с винтовками, да? Веселые барышни. Это винтовка сразу уносит. Реально, мать его, армия. Хорошо. Ну, тут реально весело. Я не пойму.
убегает. Cowards! We okay? I think so. Except for Karen here. Кирону, говорит, не повезло. Poor kid. Mr. Swanson, would you take this boy and bury him someplace near? Возьмите, говорит, парнишку похоронить. Of course. Charles, help me with the body. We need to get this place cleaned up. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, already taking care of it. Come on now, work. Colm O'Driscoll. That Colm O'Driscoll. Man can really hate. So can I, Arthur. So can I. We need to get moving away from here. So нужно, we говорит, уходить подальше отсюда. You ain't thinking big enough, Arthur. You ain't seeing the vastness of our problems and our opportunities. I'm not sure I get you. You will, son. You will. Meet me near the trolley station. We got work. Shall we? Yep. Он спас мою жизнь, а я не смог спасти его. Миссис Адлер сражалась смелее любого из нас. Ей движут могущественные силы за пределами моего понимания. Наверное, такой ее сделала любовь. Любовь, да. Ой, бля. Такой ее сделала жизнь. И опять мы черти пойми где, а? Отсюда опять надо уезжать. Arthur, I can't believe those pigs did that to him. To Kieran? He was such a gentle soul. Yeah, he saved my life one time. I'll miss him. Мать, не капай на больное. Я знаю, что ты думаешь мне что ли? Приятно. Что вот они с ним сделали, о боже. Отомсти, да вы мне только дайте возможность, я отомщу, дай боже. Мало там никому не покажется. М-да. Ну, всего есть своя цена, как говорится. Да, мы натворили делов. В каждом городе нас ждут вот эти вот приключения. Абсолютно в каждом. Да не зайди, что не посмотри. Везде какая-то дичь начинает происходить. Мы как эти, знаете, как вот стопроцентные, вот кто несет, вот знаешь, прям вот проблемы. Вот это вот про нас. Ну ладно. Ну ладно, как говорится. Так, быстрое перемещение. Нам надо... как он его называют? Надо посмотреть лучше. Забыл, как город Волки-палки называется. Сайент Деннис. Сайент Денни. Да. Жалко. Ну, мы здесь, ребят, ничего сделать не могли. Канализация, кстати. Почему не учится, да? Да уж, это вы правы. Что есть, друзья мои, то есть. Итак,
Погнали дальше. Времечко нам еще этой серии позволяет. Погнали к датчу. Опа. Залипание пожилой клавиш. Погнали. Я, кстати, хочу заметить то, что прогресс довольно быстро идет. Уже 50% прошли. Сегодня, когда я заходил, было 30 с чем-то. Ну, что, я не знаю, что с управлением. Оно типа сама так вильнула. Дайте женщинам право голосовать. Потрясающе. I want you to ask yourself, do I consider myself pure? And then I want you to ask yourself, what is the most disgusting, revolting, vulgar, and depressing thing in all creation? Buongiorno. Scusi. Mingling. Si. Co-mingling. Hey, eyes ahead. Buongiorno. Наш. Так, осталось найти вход в эту богадельню. Вот и ты. Пошли, не останавливайся, а то опоздаешь. Развлечение в городе, миссия называется. Мы куда-то спешим? Нам надо уехать. Навсегда. Неплохо подзаработали. Но нужно... Короче, говорит, поехали куда-нибудь. Be reborn. Он говорит, просто начнем новую жизнь, просто исчезнем. Pacific, an untouched paradise. Who lives there? Tahitians, I guess. We made a bit of money on that riverboat job, but not enough for us to leave and live peacefully. Where's the rest coming from? Бабок недостаточно будет. Где все бабки? Здесь. Мы что, ограбим это место? Well, I didn't think we was fixing the plumbing. Что, раньше мы трубы чинили? You have noticed, but we are on the clock. Знаю, говорит, заметили вы или нет, но у нас на самом деле не так много времени, прежде чем появятся Пинкертоны, нам тогда конец. Нам нужны деньги. Бронте said this place has got money. Come on. Поехали. Дамы и господа, это ограбление. Behave as I tell you, and none of you will die. Annoy me, and you all will. Now remember. We just want money. Don't make us kill you. Mr. M. Give me your money. Give him the valuables. Mr. S, check that room back there. Okay? I got this one. Diamond. It's your choice. Not mine. Okay then, partner. Open that gate. What now? Поехали. Inside. Hand over all your money now. I said, open the gate okay. And let my acquaintance. There's nothing much here. Yeah. What? There's nothing really here. Здесь, говорит, просто yes. Ничего нет. Then get out here and get ready for company. All of you. Behave. We don't want to hurt any of you. Mr. M, check the safe. Sure. Отойди, ёпта! Открывай. Они, говорят, здесь не хранят много денег. Да. Там не будет много. Просто копейки. Тут почти ничего нет. There's no stacks. A few dollars in coins. That's it. Damn! We got a problem. There's a ton of cops out there. Now, we got you surrounded. That's greasy son of a bitch. He set us up. You think? You seem like a good type of sarcasm to you, Arthur. What are we gonna do, gentlemen? Something. The trolley. The trolley. Да ладно. Follow me, gentlemen. Как в «Братья» фильме. Go now. Does this trolley go to Tahiti?
Поехали. Эту штуку сейчас. Ой-ой-ой. Он сломался. Опа. Большие гора. Мама, я дома. Твою мать. Почему каждый раз вот так? Каждый божий раз. Стабильно одно и то же. Живым или мертвым? Потрясающий, парня. Okay, let's move. Come on. Входим. Поехали. Это просто потрясающе. Ну давай, 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 парни. Офигеть. Пошла напруга. Ты что, гонишь, что ли? Эта миссия взять живым или мертвым, это просто лучшее, что может быть. Уходи, 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 парни. Самое главное, что мы ничего не взяли. Новые превью будут. Как отсюда выбираться? Офигеть. Город, просто город. Просто город. Твою мать.
просто город! Ну зачем? Почему каждый раз одно и то же, а? Мое. Пацаны, стой, я здесь, эй! Эй! Пацаны! Что? Опять все сломал. А где я? Твою мать, а я где? Что происходит? Кто-нибудь не ответит? Леху Гарпуна, знаешь? Это я, кстати. You okay back there? Слушайте, не хочу показаться назойливым. I think we're clear. What you gone and done? You know what, Dutch? Next time. It's not damn discretion. Seemed like a good lead. I know, but... Well, we made it. Thanks to you. Don't mention it. Yeah, you're a good kid. And we each got... Отсосите! $15. Пепперфильд. Oh, and a quarter. Don't forget the quarter. Shut up, Arthur. He set us up. Played me like a yokel. Put the law on us. What did we do to him? What did I do to him? Это уличная магия. Guess he thinks he's the king around here. Он говорит, считает себя главным в городе. You don't want the likes of you. Ему so, такие, как ты, здесь не нужны. Ну, what are we doing next, Dutch? Мы будем делать дальше, Дач. We just need нам просто money. Нужны деньги. One more decent одно удачное дело, и мы уезжаем. The bank is our думаю, надо попытаться удачу с банком. Позе, я согласен. После этого всего? Даже после этого? I don't feel so good. Now you just got a bash on the head. Come on, I'm taking you back to camp. Hey, you did real good there, Lenny. Just wish it could have turned out better. Well, can't win them all. Да. Общая доля $40. Вот это мы вынесли бабла. Это потрясающе. Нас теперь еще и здесь, блядь, разыскивают. Привет. Это просто огонь. Да. Это просто... Ну, я даже не знаю. Знаете, что самое здесь смешное? То, что этот товарищ меня уже ждет. И если... Если... Я разобью лагерь... и возьму телепорт... По-моему, можно, да, Валентайн, отсюда? Готовить нам нечего готовить. А вот быстрое перемещение в Валентайн? Привет. Такого тут натворили. Потрясающе.
Я тоже думаю, да, надо с этим штраф загасить и все. $160, да, это вообще понт для нас. Это... И опять Валентайн. Аж как-то неудобно, что ли. После всего, что здесь было. Как-то, ну не знаю. Прям как-то даже не по себе. Выплатить штраф. You hear about the massacre over at the trolley station in Saint-Denis? I knew a fellow who worked there for a while. Terrible business. Да. Вообще ничего не потеряли, 300 даже осталось, 370. Паркур. Так. А индеец нас ждет прям вот здесь. Мне нравится, что здесь показаны четко миссии, типа основные и не основные. Но хочу заметить то, что основные, где можно записи стримов посмотреть, кроме Ютуба, либо здесь, внизу в разделе записи, либо на Ютубе, на канале Hardplay 2.0. Ого! Пришел. Конечно, я же сказал, что приду. There's a foreman. His name is Danbury. There's the files in the office above the refinery room. It's that window. Сейчас серьезно? If the files are as incriminating as we believe, находится компромат. Mr. Cornwall's men will destroy them if they know you're coming. There's only one of me, son. I don't intend for them to know I'm coming. What will the files say? There'll be a report from Leyland Oil. Отчет нефтеразведывательной компании. Деньги у тебя? Yes. Any ideas, how I... Sneak into this place? Как мне пробраться туда? Можно пролезть под оградой. They keep rolling in. I'll go take a look. If there's a problem, call for me. I thought the whole point was that this had nothing to do with you. Ideally. If you are quick, you can climb into the back of that wagon. Куда проберемся? Вот это вопрос. Красиво выглядит, согласен. Твою мать! Они же сейчас спали. Hey, Tom? Picking up? Yep, supposed to meet the early train to Saint-Denis. Okay. Better get a move on then. Как вылезти-то? Я ничего, ребят, сделать не могу. А, понял. Пошел. Давай, родной. Пошел.
Ой, серьезно, паркур? Что? Я думал открыть окно, придушить там чувака сидящего, нет? Боже, ну серьезно, а? Ну, чуваки, ну ё-моё. Ну, там же было, читаемо то, что внизу окно открываются ставни. Странно. Очень странно. Не пропустить, не. Начинает торопиться, я не тороплюсь. Там очевидно было то, что в это окно надо залезать. Почему я тороплюсь? Куда тороплюсь? Чё? Это ты, Ал? Эй, Том? Picking up? Yep. Supposed to meet the early train to Saint-Denis. Okay. Не особо я, если честно, понял. Там лестница. Да ё-моё. На втором этаже, он сказал. По процентов. Наверное, есть Данбери. Успокойся. Много времени не займет. Данбери. Yes. Мне нужны, говорит, кое-какие бумаги. Одна папка из главного офиса. Ты не из главного офиса. Я понял. А это сейчас важно? Мне нужна папка с бумагами. Ну? Danbury. Think, man. Не теряй голову, говорит. Там ты угораешь, что ли? Она здесь.
Real good. Ты поступил правильно, весьма правильно. За это тебя повысит. No. Danbury. О, Данбери. Tell the guard you're fine. Yes, it's just. Кто говорит хорошо, я просто работаю. Working, all's fine. Now stay quiet. Or head office will send me back to get you. Теперь не шуми. Easy now, fellas. Тихо. А какой он? О, видели, пацаны? Майкл Джексон, видели, да? У меня каждый раз нет оружия. Это что такое, а? Вот. Папка и с пистульками. Нормально. Справится. Задача просто валить. Поехали. Все, больше никто не гонится. Я тоже так думаю. Почти оторвались. Да мы, в принципе, оторвались. Интересно, что он даст. Он, по идее, должен какое-нибудь золото, наверное, дать. Наверное. I was happy to watch some of that oil burn. So you met Mr. Danbury? Yes, don't worry, he was very obliging. Нормально ты тут натворил делов. I thought you wasn't getting involved. Thought you were gonna. Я думал, говорит, ты не собираешься вмешиваться. Thank you. You saved my life. Ты спас мне жизнь. I hope. Я надеюсь. Well, I don't know what I hope. Не знаю, на что я надеюсь, но может. Maybe these will be of some use. Это нам пригодится. Here's your money. Вот деньги. А, нет, бабки дал. Thank you. Угу. $137. Дальше индейцы выполняют свои задачи сами. Я понял. Это просто потрясающе, мать его. Это просто лучшее, я бы сказал, что я видел в своей жизни. Эмеральд. Что там еще раз? $100. Угу. На, после этого индейцы пропали с радаров. Так. Да. Это просто бомба. Помойся, я под местных маскируюсь. Тут начинаешь. Вот еще. Помойся. Так, у нас какой-то там... я не знаю, сейчас как называется. Раньше я знал, а сейчас... это что-то типа... Белли. Какая-то там Белли. Белли.
Я думаю, что вот это. Жеребца мы прикупили хорошего. Мне понравился. Осторожнее, говорит, с лошадью. Yep. Ну что ж, эта серия, ребят, подходит к концу. Крайне насыщенная каждая абсолютно серия. Насыщена экшеном, насыщена диалогами, разными поворотами сюжета. Кстати, я думал, что сюжет будет еще длиннее, еще жестче. Мне, по крайней мере, так казалось. Ну, 50% мы почти с вами прошли. Очень интересно. Я прям, ну, не знаю, заходит и заходит прям на ура. Пока что идет все как положено. Так, кстати, надо бы, знаете, что сделать? Надо сохранить игру. Как следует, причем ее сохранить хоть раз в жизни. Вот. Ну, а вам желаю всем хорошего настроения. Спасибо за подписки на канал. Всем добра, всем удачи. С вами, как всегда, был Леха, канал Hard Player.